Группа ученых из Еврейского университета начала проверять уровень йода в 50 источниках воды по всему Израилю. По их мнению, нехватка этого микроэлемента негативно влияет на здоровье нации, в особенности на развитие детей. Ранее опрос Министерства здравоохранения показал, что концентрация йода в организме среди израильтян намного ниже рекомендуемой Всемирной организацией здравоохранения. Это происходит из-за того, что около 80% питьевой воды проходит через процедуру опреснения, при которой снижается уровень кальция и магния. Йод считается важным элементом, который требуется для синтеза и функции двух гормонов щитовидной железы.